дети читают стихи. Ганичева Лиза, 8 лет. Город Нижний Новгород. Стихотворение «Письмо папе на фронт». Автор Елена Владимирова. Здравствуй, папка, ты опять не снился, только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивилась, до чего ты прежний был во сне. Прежний и прежний, но такой же самый. Точно не виделись мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я визжу и висну на тебе. Мы с тобой начали бороться. Одолела я тебя в борьбе. А потом я принесла тебе 2 осколка, что нашла недавно у ворот. Говорю тебе, а скоро елка. Ты придешь к нам на Новый год. Я сказала, тут же и проснулась. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась. В удивлении поглядела я на тьму. Тьма такая, ничего не видно. Аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с собой вдруг расстались мы. Папка, ты вернешься невредимый. Ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький, голубчик мой родимый, знаешь правду, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю-прижелаю поскорей фашистов одолеть, чтобы они наш край не разрушали, чтоб как прежде можно было жить, чтобы они мне больше не мешали обнимать тебя, тебя любить. Чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай им от меня привет. Пожелаем всякую удачу, пусть идут на немцев день и ночь. Я пишу тебе и чуть не плачу, это так, от счастья, твоя дочь.